Down the shore, there's a box under the sand. It's a case of catch me if you can. Make a mess of any other man, but darling, if you wanna dig, count your steps, one, two, three. Make your mark on little lonely. When you come to something waiting to be free, do it as fast as you can. Under the sun, right in the sand, holding me in the palm of your hand, right before God and all other men. Well, I'll be yours, I'll be yours. Let the lid on the treasure chest, take your pick, disregard the rest. Now and then, I think we said it best when we said nothing at all. Under the sun, right in the sand, holding me in the palm of your hand, right before God. Домиков занимал наш лагерь, потому что 15 семей, плюс еще комнаты для занятий со специалистами. И остальные 100 домиков – это семьи с нейротипичными или, грубо говоря, здоровыми детьми. И на детской площадке была настоящая инклюзия, у них шикарная современная детская площадка. Родители горки с ними желтыми. Вот такая детская площадка на турбазе Касабланка. Современный детский комплекс. Да, и там была настоящая инклюзия, потому что здоровые дети играли вместе с нашими детьми из лагеря. И спасибо большое родителям, которые не забирали своих детей, потому что дети, они общаются между собой. И для них это естественно. И дети нейротипичные также получили опыт общения, что они будут знать сейчас, что с этими детьми тоже можно общаться, потому что когда я родилась в 84 году, у меня ни в школе не было нигде опыта общения с детьми с особыми потребностями. Когда в университете я стала сталкиваться с студентами, с преподавателями, то я не знала, как общаться. Это большая проблема, у нас все общество не умеет общаться. И поэтому очень хорошо, что сейчас идут шаги к инклюзии, к толерантности, и дети могут общаться с друг другом. Это очень важно. Роме отказано в детском садике, и поэтому я очень рада, благодарна судьбе, что мы попали в такой детский летний лагерь, где Рома получил общение с другими детьми, причем ну, практически весь день, вот то время, которое он не отдыхал, он был с другими детками, не надо никаких лифтов, просто вот ты здесь на свежем воздухе, и вокруг другие дети, и Рома был очень счастлив, он очень улыбался, радовался, что вокруг него девочки, мальчики, что они все большой шумной компанией что-то делают, играют. Вот мы катались с горки паровозиком, мы там купался он в воде вместе с другими детками, они на своих кругах, он на своем кругу. И это все очень-очень-очень хорошо для развития. Здорово, да? Здорово. Еще поедем так? Да.